Ракеты пошли!
Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи председателя Си Цзиньпиня, который уже имеет такой международный бренд «Один пояс, один путь». Это полностью и целиком соответствует и нашим интересам. Мы интегрируем, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства и идеи китайских друзей в рамках этой программы «Один пояс, один путь».不断地增进我们的相互的信任，那么持续地推进我们的务实的合作，夯实我们两国友好的利益和社会基础，在国际和多边舞台上加强我们的协调和配合，我们来共同维护好中国的共同的正当的利益，同时呢，也推动国际秩序朝着公正合理的方向发展，来做出我们两国的新的贡献。It is alarming to see how some in Europe play out solidarity in political theater, making thriller from the green. And they may seem to play their own role, but in fact, they are helping set the stage to a Moscow actor.